Народ, всем привет! Сегодня у нас 5 декабря. Покажу машины, которые пришли клиентам под заказ с Японии, также которые продаются на авторынке «Зеленый угол». Поговорим сегодня о машинах, посмотрим цены, посмотрим, что у них внутри, вот какие есть комплектации. Я напоминаю, что мы машины проверяем, подбираем, отправляем по всей России, привозим с аукционов Японии. Звоните, пишите, номер телефона в описании. Также есть телеграм-канал, обязательно подпишитесь, там много интересного, все единомышленники, все за правый руль. Ребят, сейчас забирает Toyota Noah. Да, все в порядке, всем доволен. Приехали, вот, забрали, все как положено. Сергей обещал, сделал. Все хорошо. А в какой город? В Бийск, Алтайский край. Всем в Бийске привет. Всем в Бийске привет. Ребят, вот этот Noah VXB, я вам его снимал, посмотрите мои видео. Очень хорошая комплектация, рестайлинг уже. Это 19-й, да? 18-й. 18-й год, 4 ВД. Также забирает Suzuki Solio. Я тоже снимал, долго, кстати, у нас на стоянке простояло. Так. Есть что сказать вам, молодой человек? Не знаю, что, все, забрал свой автомобиль, все нормально, все хорошо. Все хорошо. Да. По платежкам все эти нюансы, все понятно? Да, все понятно, нормально тогда, да. Вот. Долго шло? Ну, да, в августе купили. В августе купили. Да. То есть 3 месяца, да? Да, 3 месяца. Ребят, сейчас чуть-чуть побыстрее будет. Сейчас ажиотаж прошел, сейчас будет побыстрее. Ну вот, есть кто и 3 месяца ждал. Сколько стало? 815. Это все вместе здесь? Да, да. Ну, чуть-чуть этот просто перестой попал. Да, это, ну, бывает. Так, ребят, Delica D5, 19-й год, уже рестайлинг, вот такой вот красавец, на красивом литье. Пришел также клиенту под заказ с Японии, Delica D5, они есть полный привод, есть передний, честно говоря, я не знаю, давайте вместе посмотрим, что там снизу у нас. А внизу у нас полный привод. Полный привод, дизельный мотор стоит. Кстати, штатное красивое литье, смотрится очень классно на этой машине. Как и передняя часть, сделали они новую, уже доработали все, доработали мотор. Есть даже слепые зоны. Это, пожалуй, именно единственный автобус, который я не снял вам в тот понедельник, потому что их там не было. Ну вот, клиенту пришел кожаные здесь, все мягенько, кожаное, деревянные такие вставочки, если так можно их назвать. Вот, электросиденье, кожаный руль, опаньки, кожаный руль, мультируль, адаптивный круиз-контроль, удержание на полосе тоже есть, есть лепестки, есть туманки, лепестки попереключать, переключаться, то есть включаем здесь М и начинаем. Ну, пониженная передача, повышенная передача. В общем, хочется поиграться, вот вам лепесточки. Зачем они только на автобусе, не знаю, но все-таки это же японцы. Туманки, две электродвери, кнопка старт, пятая дверь тоже электро. Сейчас пойдем посмотрим. Камеры на предстолкновение и по полосам. Здоровенная штатная магнитола. Климат-контроль, климат тоже раздельный, пассажир-водитель. Есть сзади печка. Электронный ручник, переключается 2 ВД, 4 ВД. Это, ребят, 19-й год. У машины 4,5 балла, 40 тысяч родной пробег. Есть подкрас двери. Видите, как они отмечают, заразы, специально. То есть, вот указал он W2. То есть, растянуто это на переднее крыло или на заднюю дверь. Вот растянуто или нет, непонятно. И вот тут уже гадай. То есть, здесь в описании этого нет. И вот тут как бы сам гадай, видите как. Смотрите, машина 4,5 балла, но есть подкрас. Такое бывает. Также могут быть замены, допустим, к примеру, да, не на этой машине, к примеру, может быть замена крыла, замена двери, капота, ну, крыла, капота. Все это заменено и покрашено, и будет 4,5 балла стоять. Такое сейчас тоже бывает на аукционе. Это говорит о чем? Типа внешку сделали, да, там были косяки, царапины или там, подмялись, поменяли, сделали, но внутренняя часть машины, где стойки, давайте сейчас наглядно покажу, где стойки,
Здесь у нас все целое. То есть вот она идет. Передняя стойка, средняя. Здесь все абсолютно целое. Не на данной машине, я просто говорю пример. Но если внутренняя часть машины страдает именно по костям, то есть передние лонжероны, телевизор, стойки, да, и так далее, тогда ставят на аукционе букву R. Кстати, сзади места очень много. Здоровенный, конечно, автобус. Сейчас пойдем назад, покажу. Вот данная модель с хорошей оценкой, 4,5 балла, просто под крас двери. Вот. Ну а так знайте, ребят, и не лопухнитесь на этом. То есть вам, если вы заказываете не у меня, а заказываете в другой компании, вам какой-нибудь менеджер может рассказать, что типа давай ярку купим, там только замена крыла. Фиг там, там не только замена будет крыла. Допустим, знаете, есть аукционник, написано R, и стоит там замена переднего правого крыла. Да, на любой вообще машине. Нифига, это говорит о том, что ей шандарахнули так, что, скорее всего, надо смотреть рычаг, то есть был ремонт рычага, и за крылом есть сюрпризы. Вот что, об чем буква R говорит. Если там стоит, допустим, 3 балла, 3,5, 4 балла, 4,5 балла, и замена крыла, значит, все нормально, просто поменяли крыло. То есть в этом плане, ребят, не дайте себя обмануть. В общем, вот такой красавец, 4,5 балла, 40 тысяч пробег, тоже грязный, пришел с таможни, все родное, стекла, все. Клиенту с Японии, и такой, ребят, сейчас полный привод, дизельный мотор, и 19-й год в идеале будет стоить примерно 2,5-2,6 миллиона рублей, если сейчас закажете с Японии. Странный тип этот Сережа, такой сказал, сейчас пойдем назад, посмотрим, и ушел. Это было очень странно с моей стороны. В общем, давайте посмотрим, здоровенный багажник, вот она, пятая дверь электро. Вот, здоровенный багажник, третий ряд сидений так убирается, если он не нужен вам, у вас получается два ряда сидений. Здесь второй ряд раздельный, можно прям по всему автобусу ходить. Если третий ряд нужен, вот, одно движение, он падает сюда, 3 секунды, и у вас есть третий ряд. Третий ряд, как и второй, также регулируется. Причем очень практично, удобно. Ну и здесь кнопочку нажали, и дверь потихонечку, здоровенная эта лопата, закрывается сама. Это редкость на автобусах, но у Делики это есть. И это радует. Красотень. Естественно, все двери электро и с доводчиками. Тоже немаловажный фактор. Ребят, сейчас цена упала на Toyota Land Cruiser Prado в Японии. И машины уже начали заходить намного дешевле. Это рамный внедорожник. Тоже можно назвать его джипом. Они есть разной комплектации. Сейчас в Японии можно купить где-то хороший от 2,8 миллиона рублей за хороший вариант. Да? Там 19-й год, 4,5 балла. Рама, ребят, у правого руля намного лучше, чем у левого руля, как бы это ни звучало, хотя с виду они одинаковые, но качество материалов у правого руля намного выше. И это доказано, так сказать, практикой много лет уже. Здесь все кожа, красиво, светлый салон, они бывают и на черном салоне. Вот это вот очень много, так сказать, технологических отверстий говорит о том, что здесь есть вентиляция, электросиденье. Кожаный руль с косточкой, есть мультируль, есть адаптивный круиз-контроль, также удержание на полосе, туманки, кнопка старт, бесключевой доступ, есть омыватели фар, автосвет дальний-ближний, регулируется подсветка в дверях, тут везде по всей машине подсветка, ну ярче, тише, так сказать. Это дизельный вариант, и у дизелей есть такая кнопочка Idle Up, то есть повысить обороты, пока мотор не прогрет. Вот, ну и нажали, там пошли домой. Знаете, что завтра будете с автозапуска запускать машину, и нажали эту кнопочку, и у вас когда машина намного быстрее прогреется, хотя дизель, чтобы, ну, он долго греется, да, а вот с этой кнопочкой он быстро греется, то есть 15 минут и горяченький. Классная штатная магнитола, у машины есть круговой обзор, климат-контроль, также пассажир-водитель. Здесь все красиво, есть, ребят, люк. Это не панорама, это просто люк.
Ну, вот, кому нужен, кому нет, тут решать уже вам. Машина также в идеальном состоянии. Аукционник, интересно, пришел? Да, пришел. Машина стоит на продаже на авторынке «Зеленый угол». 4,5 балла, 50 тысяч родной пробег, вся целая. Вот он номер работы, кому интересно, пробивайте, смотрите. Я этим не занимался, кстати. Ну, такие машины возят только в идеале. В общем, классный внедорожник, очень много места спереди и сзади. Здесь тоже все на коже, все красиво. Здоровенный багажник. Здесь тоже кнопки есть, открыть-закрыть. Также у него открывается вот так с кнопки стекло, если нужно. Вот я, кстати, не знаю, зачем это, напишите в комментариях, зачем это ему. Я вот ни разу не пользовался на своем. Ребята, не бывает, получается, 7 мест и есть 5 мест. И где есть, где 5 мест, там багажник вот настолько больше, то есть вот здесь ничего нет, и получается намного, ну, намного больше багажник. Где идет 7 мест, вот, сиденье электро, кстати, сейчас все покажу. Вот здесь уже багажник меньше вот настолько, то есть сразу смотрите, кому нужен третий ряд или не нужен. Здесь также все красиво, и сиденье, смотрите, электро, здесь есть две кнопочки, нажимаете, и сидушка складывается, убирается. То есть, ну, обратно поставлю, да, все равно машина на продаже. Ну и что у нас по итогу получается? Есть слепые зоны, есть круговой обзор, омыватели, линза, все красиво, туманки. Такой красивый навороченный прадик. Данная модель, кстати, 18 года, 4,5 балла, 50 тысяч пробег. Стоит на рынке 3 355 тысяч рублей. Под заказ такой выйдет примерно 3 миллиона рублей. И 19 год. Ну, плюс-минус. Приехал Grand Service, сегодня забирают у меня транспортные компании машины. Вот Grand Service приезжает на эвакуаторе или на вот таких вот грузовичках, иногда больше, иногда меньше, вот, и забирают со стоянки у меня машину. Также сейчас вот автовозы приедут на стоянку, ну, ребята придут, да, с транспортной компании и заберут машины. Сейчас покажу быстро вам машинку. Это Honda Freed уже в новом кузове, вот такой 18-19 год. Вы спросите, как ты доехал сюда? Вот, ребята, мастерство не пропьешь. В общем, мультируль, адаптивный круиз-контроль, удержание на полосе, две электродвери, кнопка старт, бесключевой доступ. Так, камеры на предстолкновение и по полосам. Я, ребят, высунулся вот так вот, и у меня сейчас замерзла рожа, я еле говорю. Климат-контроль. Газарс, родная магнитола, все здесь есть, все красиво, еще светлые сиденья, это очень большая редкость. 18-19 год идет, это не гибридная версия, с обычным 1.5 мотором, вариатор, красивое литье, летняя резина. И, ребят, такой стоит сейчас в Японии 1 250 000 рублей. Ребят, Mazda SX5 также пришла клиенту под заказ с Японии. Давно их не такой не приходил. То SX8, то SX3 приходит, тут SX5, ребят. На красивом тоже штатном литье есть камеры кругового обзора. Хорошая комплектация. Это передний привод 2.2 мотор, дизель. Бесключевой доступ есть. Есть слепые зоны у машины. Здесь кожаные вставки. Кожаные сиденья. Сиденья электро, есть память сидений. Все работает, спинка также регулируется. То есть про спинку я имею в виду не вот эту часть, а вот здесь. Как ее сказать? Позвоночник выпрямляет вам обратно. Кожаный руль, мультируль, адаптивный круиз-контроль. Есть туманки, есть удержание на полосе, камеры кругового обзора, пятая дверь электро, кнопка старт, электронный ручник, раздельный климат-контроль, пассажир-водитель. Так, камеры на предстолкновение и по полосам, регистратор японец оставил. В общем, все красиво, все как новенькое. У машины 4,5 балла, 27 тысяч родной пробег, вся целенькая.
Сейчас, кстати, аукционники редко приходят в машинах. Вот далеко не во всех лежат. Раньше как-то вот в любую залезешь, есть аукционник, а сейчас нет. То ли их кто-то ворует где-то, но не приходят почему-то. Мало. То есть из 10, грубо говоря, половины нет точно аукционников. В общем, вот такой красавец. Белые сиденья, светлые. Черная панель, да, и здесь-то комбинирует. В общем, интересно сделали. Резина здесь идет на 19. Сзади. Так, тоже здесь мягенько все. SX5 очень редкая модель на рынке, ребят, на авторынке «Зеленый угол». И вы, скорее всего, что SX3, что SX5, SX8, очень-очень сложно найти на рынке хороший вариант. Поэтому эту модель проще заказать, и мы вам привезем с Японии. Сзади, спереди места достаточно. Посмотрим, как открывается дверь у него. Ну, все, классно. Подзамерзло, правда. Ребят, я уже много раз говорил, что мы на ваших машинах не катаемся. Это небезопасно кататься на ваших машинах. То есть машина пришла с СВХ, прошла лабораторию, сразу же приезжает ко мне на стоянку, и здесь на платной стоянке 160 рублей в сутки. Вот тут 1000 машин стоит, это авторынок «Зеленый угол», 8-я стоянка. Вот здесь стоят ваши машины. Никто их к ним не подходит, не открывает, не закрывает, не лазит в них, они закрыты и под охраной круглосуточно. Вот. И мы на них не катаемся, не моем, масло не меняем. У нас есть услуга, то есть мы можем все купить и закинуть вам машину, но кататься по городу на вашей машине мы не будем. Это не безопасно. То есть есть компании, которые этим всем занимаются, и это не минус нам, что мы этим не занимаемся, ребят. Дело в том, что если шандарахнуть, не сам водитель, который поедет, а шандарахнет какой-нибудь дурачок, вылетевший там неизвестной страны, да, залетит в бочину, разнесет вам морду и так далее. Вы думаете, вот этого пацана, которого там за 5 тысяч рублей посади, чтобы он съездил на ней массу поменять, он будет отвечать, он вам отдаст 1,5 миллиона? Да, конечно, нет. Вы будете долго и упорно вымогать свои деньги, а вас в итоге пошлют в жопу. Потому что, скорее всего, вам скажут, что типа вот, ты же сам хотел, чтобы мы поменяли. Сам свои риски сказал, что типа принимаю, да? Вот и все. Поэтому мы на вашей машине не катаемся. И это очень важно. В общем, большой багажник, спинка раздельная, достаточно высокий потолок. В общем, места в ней много, хотя SX5 всегда казалось мне машины меньше. Я вот сейчас вокруг нее хожу. Причем вот такой красавец, если помыть, 4,5 балла, 19-й год, 27-28 тысяч пробег. Примерно вам станет в бюджете 1 500 000, 1 550 000, если сейчас привезти с Японии. Ребят, Toyota Harrier пришел клиенту под заказ с Японии. Только вот с таможни приехал. Это 19-й год, у машины 5 баллов, 15 тысяч родной пробег. Первомотор, парктроники в круг, красивое литье. На летней резине в основном приходит, хотя машина 4 ВД. Есть бесключевой доступ, здесь все кожаное, ну грязненькое, понятно. Хотя, ребят, с Японии машины приходят. Вот это считается даже идеально чистым. Электросиденье. Здесь спинка регулируется. Сиденья кожаные. Опаньки. Кожаный руль, мультируль. Адаптивный круиз-контроль. Удержание на полосе. Есть туманки. Кнопка старт. Электронный идет ручник. Автосвет дальний-ближний. Камеры на предстолкновение есть. Также есть климат-контроль, он раздельный, пассажир-водитель. Есть подогрев сидений передних, как пассажирского, так и водителя. Есть вентиляция сидений. Это не гибридная версия, на обычном 2-литровом двигателе. Машина 4 ВД, вот, не турбо. Подогрев также есть зеркал. Здоровенная такая магнитола стоит, тоже все поддерживает. USB-DVD, Bluetooth. Все есть. Вот, розетка, подстаканники, подлокотник. Здесь все красиво. Все на коже.
все греет, дует. Здесь тоже, так сказать, мягенько. Руль с косточкой. Есть, ребят, память сидений также есть. Места спереди много, сзади также достаточно. Здесь получается черные дверные карты, черные сиденья, черные стойки, черный потолок, все в нем черное, очень красивый и при этом первомутр. Пятая дверь электро с кнопки. Так, они есть с запаской, есть без запаски. Так, по-разному приходят, там как повезет, можно сказать. Он 5 баллов, ребят, 15 тысяч пробег, 19-й год. Вот номер кузова, аукционник, к сожалению, не пришел. Вот номер кузова, можно пробить, он бьется еще бесплатно, то есть 3 месяца не прошло. Вот. Можно, ребят, они есть разные, смотрите, есть 2 литра передний привод, есть 2 литра 4WD. Такие вот от 2 до 2,5 миллиона рублей стоят. Есть турбо, турбо идет чуть-чуть подороже, то есть где-то начинается от 2,2-2,3 миллиона и полетели вверх. Есть, то есть 2 литра турбо 4WD. Разница в чем? Разница, что обычный идет на вариаторе, а турбовый идет на автомате. Вот. И есть версия гибридная с мотором 2,5 литра. И они уже идут самые дорогие. Тоже 4WD, но 4WD там не ахти, то есть нет кардана. Просто стоит сзади электромотор, который немного подкручивает, помогает, и все. У обычной двушки или двушки турбо стоит кардан, редуктор, раздатка, все как полагается. Вот. В общем, в среднем такая машина в идеальном состоянии стоит 2,5 миллиона рублей. За 2019 год, в хорошей комплектации, с 5-бальная и с маленьким пробегом. Так, еще один красавец, правда грязный, пришел также клиенту под заказ Японии. Сейчас уже, ребят, некоторые машины заходят уже без всякого перестоя на СВХ. Вот данная модель зашла без перестоя, растаможили на заказчика, так сказать, на нашего клиента. Вот, классная машина, 19-й год, красивое штатное литье, Subaru Forester, полный привод у машины, 2 литра мотор, стоит вариатор, и все как надо тоже, кардан, редуктор, значит, есть бесключевой доступ, здесь тоже кожаные вставки, чуть-чуть победнее, так сказать, чем Harrier. Смотрится, конечно, но он и классом чуть-чуть может ниже. Вот, но он и дешевле, ребят. Такая машина. У машины 4,5 балла, 19-й год. Пробег 50 тысяч километров. Стоит примерно 2 миллиона рублей. Есть память сидений. Сидения электро. Тоже кожаные, но без вентиляции. Опа. Кожаный руль, мультируль, адаптивный круиз-контроль, лепестки, туманки, кнопка старт, слепые зоны, хорошая магнитола. Также есть подогрев сидений, как передних, так и задних сидений. Электронный ручник, здесь горный спуск. Камера слева, ребят, показывает, чтобы вам было удобно, полностью левую вам сторону. Вот, а также есть подогрев зеркал, климат раздельный, пассажир-водитель. Небольшая здесь двухдиновая магнитола стоит, карозерия тоже все читает, USB, DVD, Bluetooth, камеры на предстолкновение по полосам тоже присутствуют, все есть. Классный кроссовер от Subaru, я вам показывал в прошлом видео. Ах, закрыта машина центральным замком, ну ладно. Вот сел аккумулятор, такое сейчас частое явление, то есть машина едет пару месяцев, естественно, большинство прикуривают прям на таможни, да, на СВХ. Когда машину перегонщики забирают, везут в лабораторию, прикуривают, сюда приезжают, ну, аккумулятор просто не успевает зарядиться, так как машина вся замерзшая. Сейчас у нас на улице минус 10 градусов. В общем, 19-й год, 4,5 балла, 50 тысяч пробег, клиенту пришел под заказ и примерно 2 миллиона рублей он сейчас встанет, если заказать такой же. Красавчик. Ну, подешевле, да, чем на рынке. Ну, или ждать пару месяцев, или здесь уже прийти, переплатить, но вы не положь, это уже решать вам.